межпланетный корабль, фотонный планетолёт Хьюз. 3 месяца летел от Земли до Венеры, успешным был полет. Геологическая экспедиция на Венеру доставлена. Геологи выполняют задачи, которые командиром поставлены. Все бы было нормально по плану, но вот несчастье нашли. Место стоянки предыдущей экспедиции. Все космонавты были мертвы. Район Урановой Голконды. Из дневника экспедиции стало ясно, что гибель геолога Тахмасиба и его товарищей загадочно непонятна. Осталось лишь предсмертное предостережение. Бойтесь Красного Кольца! Следующей жертвой Жестокого Кольца стала гибель транспортера, как наваждение. В нем погиб командир экспедиции. Но он успел выяснить, Красное Кольцо — не белковая форма жизни, которая питается радиоактивным излучением. Его колонии-призраки, несущие смерть.